Ребят, привет! Такое небольшое мини-видео субботнее. Просто у нас гости через 2 часа. Завтра Эден в армию уходит. Гости, ну, моя мама с ее мужем, с моим отчимом. Димон брат с женой. И как бы... Потому что Дима сказал, что обязательно нужно сделать прощальный обед. Ну, по этому поводу у меня опять нет времени. Как всегда. Но надеюсь, что со следующей недели будет поспокойней. Хочу вам показать немножко семян, немножко шаблюля, чтобы хотя бы что-то у вас было на субботу посмотреть от меня. 159 шекелей или 44 доллара. Вот это ажурное кольцо, как мы видим, без камней. Многие у меня спрашивают, как оказалось, без каменку. Здравствуй, Гизмо. И, наверное, может быть, я буду заказывать больше колец и серёг без камней. Гизмо! Тихо. Посмотри. Давай подерем стул тебе. Это Эден зашла, так он возрадовался. Ладно, не столь важно. Это кольцо у нас идет на 18,5. Может быть, 18 даже, оно мало мерит. Его цена 44 доллара. Мне что-то все казалось, что без камней как-то мало кого интересует. Но я сейчас смотрю, обычно это все раскупается в первых рядах. Может, потому что цены немножко дешевле на украшения без камней. Не знаю, нет у меня объяснения. Смотрите, девчонки, вот такое кольцо с гематитом. И граненными штуками, которые я не знаю, кто они. То ли граненый оникс, то ли граненый гематит. Сие нам не видать. 53 доллара, 187 шекелей. Это кольцо маленькое. Оно 17 размера фактического. Кстати, очень красивое колечко. Я вообще эту модель впервые вижу. Номер ее 2089. Видите, оно немножко как бы идет с уклоном. Для того, чтобы лучше села на пальцы. Интересная такая завальцовка волной. Так что, девушки, с 17 размером. Вот вам, пожалуйста. Есть и мелкие колечки. Еще раз 53 доллара или 187 шекелей. Так. Сейчас я вам покажу очень красивое, на мой взгляд, кольцо от завода Андрея Семенды. Вот смотрите, такая интересная роза, что ли. Эта роза, конечно, никого не оставит равнодушным. Мне кажется, издалека ее будет видно. Такое украшение на пальце. Просто эксклюзив бешеный. И мне кажется, что... Не будет человека, который не заметит вообще такую красивую вещь. 19 размер по штангенциркулю. Я промеряла. 212 шекелей и 63 доллара. Это то, что, собственно, ту информацию, которую нам нужно знать по этому кольцу. Жемчуг искусственно выращенный, натуральный. Так, девчонки, лабрадор. Это кольцо имени Галки Риверук. Мы его всегда так называем, помните? Оно вообще маленькое. Это, я думаю, 16,5. То есть мне оно не никак на четвертый. На меня 17 налазит элементарно. Это нет. Это где-то 16,5. 49 долларов, 167 шекелей. Вот лабрадор, я вам со всех сторон его показываю. Есть внутренние трещины здесь. И, ну, в смысле, внутри камня, они сверху, они не чувствуются. Но, как мы знаем, лабрадор, он, в общем-то, этим и славится. Тем, что у него пластинчатая структура, которая нам дает всю эту иризацию. А посему никуда не деваться нам от внутренних трещин.
Вот видите, я вам даже так показываю, чтобы было видно. Но это все внутри, сверху он абсолютно гладкий, полированный, очень красивый оттенок, яркий камень. Так что, девушки, с мелкими размерами, видите, Рунен о вас позаботился. Вот такое красивое кольцо квадратное. Пусеты, которые Рунен ненавидит. У него их целая сумка, он их никогда не показывал, потому что он их терпеть не может. Только после того, как я спросила, он мне их обнаружил, что у него там их торба целая. Вот я немножко для Светки Дубинской подкладывала. Ну и, соответственно, кому еще нужно. Это, как вы видите, друза там внутри. Они стоят $36, 132 шекеля. Такие вот серебряные гвоздики с друзой. Друза агата, наверное, я так подозреваю. Наверняка тонированная чем-то, чтобы было вот такого серебряного цвета. Красиво. Такие вещи очень блестят хорошо и смотрятся на ушах довольно дорого. Так. Девочки, кто купил от Андрея Семенда серьги с вот этой редкой яшмой? Оказывается, у меня еще кулон был. Я что-то не доглядела, и вчера так удивительно рядом я вдруг его обнаружила. Так что, по-моему, Рита, это ты забрала? Если тебе надо, 149 шекелей этот кулон, $38. Либо, кто хочет его купить отдельно, тоже пожалуйста. Вот, эти вещи не повторяются, мне сказала Майя, мама Андрея Семенда, что это, эти камни были как-то случайно присланы, и больше их не будет. И они довольно недешевые. Помните, вот такие вот серьги были недавно, они всем очень понравились, с голубым топазом. И оказывается, что у Рунена их было в сумке, видимо, две пары. Я забрала одну пару в прошлый раз, и вот забрала вторую пару сейчас. 176 шекелей, $49. Вы их уже помните с прошлых показов. Вот это вторая пара. Так, теперь серьги от Андрея Семенды. Вот такие вот интересные, ручная работа практически здесь. Выгнутые вещи, жемчуг натуральный, как вы видите, разный такой по форме. Вот они так смотрятся сзади. Тут чуть-чуть палочка больше, но это не столь важно. Такая пара серег стоит $53, 198 шекелей. Тут пакетики перепутались. Вот это мой любимый замок. Мне кажется, вот такие вот серьги хорошо смотрятся на петельки. Переходим дальше. Дальше я вам хочу показать кольцо. Сразу вам хочу сказать, что теоретически к этому кольцу есть такие же серьги. У меня они есть, но в них, в серьгах, чуть-чуть плохо завальцован камень, они чуть-чуть у них люфт, поэтому я их не, как бы не выставила в продажу, а кольцо вполне супер-пупер. 198 шекелей, $53. Здесь золотая напайка, как известно, 9-каратного золота. Это оникс, серебро. Если кого-то заинтересуют серьги, если вам не мешает легкий люфт, вот здесь, в принципе, это совершенно не влияет. Я не думаю, что камень выпадет. Я вам их покажу в личку. Либо я их отвезу, когда буду в следующий раз на заводе, чтобы их завальцевали более крепко. Либо поменяю, не знаю. Но чтобы вы знали, что к ним, к этому кольцу, однозначно есть такие же серьги. Значит, 18,6 размер по штангенциркулю. Артикул этого кольца 10,105. Вместо вставки оникса сюда можно и фианиты, и любые другие камни. Короче, примите во внимание вот эту модель. Такое оно увесистое.
Сейчас вам покажу серьги, тоже завода Андрея Семенды. Черный оникс, белый кианит, английский замок. Английский замочек, вот такой вот срез агата тонкий, золотая напайка на листиках и фианитики в лапках. Я видела такие же точно серьги, но в других вставках, например, перламутр здесь объемный, а тут опалы. И вообще уже смотрится совершенно иначе. То есть интересно, когда одна и та же модель, вставки разные, как будто разные украшения. Так, что еще я забыла? Я, по-моему, вам забыла сказать цену на эти серьги. Они у меня просто что-то пакетика от них я не вижу. 8, я, насколько я помню, они 80 с чем-то долларов получаются за счет вот этих всех золотой напайки. Натуральный, довольно крупный оникс. Так, девчонки, дальше. Завершим мы это видео довольно-таки короткое тем, что я вам покажу изумительное кольцо. Оно мне безумно понравилось. Это кольцо было возвращено, видимо, с каких-то поставок в другие страны. Вот на, есть артикул. Такая бумажечка, я, конечно, потом оторву. Цена, я уже тут написала, вот видите, написано шаблюль. Цена 374 шекеля или 108 долларов. Я вам объясню, в чем фишка. Это лазурит натуральный. И здесь идет вот это все золотая напайка, довольно-таки крупная. То есть тут еще цена идет по количеству золота. Шаблюль вставляет, напаивает золото 14 карат. В отличие от Андрея Семенды, припаивает золото 9 карат. И четвертый завод тоже припаивает золото 9 карат. Шаблюль припаивает золото 14 карат. И ставит обязательно пробу золота на внутреннюю сторону изделия. То есть тут мы можем увидеть и 14 карат пробу на золото. И, соответственно, пробу на серебро. И то, и то. Вот такое красивое изделие, натуральный, как вы видите, лазурит. Очень мне это кольцо понравилось. По размеру оно 17,5 фактически. Я не знаю, как это будет по штангенциркулю, но на мое, в общем-то, мироощущение это 17,5-17. Довольно недешевое, но стоит своих денег и по дизайну, и по использованию материалов. Тут, конечно же, все это богато. Вот. Все, девчоночки. Тьфу, не люблю это слово. Все, девушки и наши мужчины, которые все-таки тоже смотрят мое видео, как оказалось. Всем привет, хорошей субботы. Я даже, если честно, завтра в 7 утра мы на, как называется, пункт, ну, там, где солдат отправляют. На иврите это бакум, на русском отправочный пункт. Ну, не столь важно. Короче, завтра с утра, рано утром, мы уже отправляем Эден в армию. Поэтому я просто не уверена, что я сегодня успею еще что-то снять. Если учесть, что в 4 у меня гости, сейчас уже 2. А у меня, что называется, конь не валялся. Но, девчонки, вы без меня не скучайте. Я потом все комментарии читаю. Мне так прикольно читать, как вы там друг с другом переписываетесь. Так здорово. Такая вот, такой, у нас единая семья такая получилась. Веселый коллектив. Все, я мысленно с вами. Извините, что отвечаю очень медленно на WhatsApp. Обрабатываю постепенно все, что мне пишут. Просто это занимает очень большое количество времени из-за того, что огромное количество сообщений. Все, счастливо!